Так, вот мы приехали в парк Тысячелетия здесь в Бресте. Здесь есть у нас прокат. И мы сейчас кладбище. То есть парк сделан возле кладбища сразу. Ну, надеюсь, это просто так. Здесь вот дорожки велосипедные. Сейчас возьмем самокатики и попробуем здесь покататься. У нас есть промокод от Сливок, да? Покажи, как это работает. Я вот. Покажи. Три раз. Вот так мы сейчас эти покажем промокоды. Вот так вот. Мы их купили. И нам должна быть скидка. Сейчас мы это проверим. В общем, идем покупать. Уже включусь, когда будет камера, наверное, у нас. А нет, сейчас тоже снимем, вдруг, чтобы все пошло так. Потому что меня почему-то из ворот. Парк Тысячелетия. А мы же тут, может, куда? Ладно, да. Кстати, с баланса купила, а второй раз купила, как купила. А в смысле, поэтому два раза купила? Ну, 4 у меня написано, сегодняшний день покупки. Не, ну а денег сколько ты заплатила? Ну сколько уже? 3,60 на 7,20. Пипец, зачем ты два раза покупала? Чтоб ты спросил. Ну блин. А здесь вход или нет? Вывески нет, значит не вход, да, я так поняла, нет? Пошли дальше. Короче, ищем мы вход. Да вход там, что ли, был где-то? Да ты че, куда идешь, Макс? Короче, ищем вход в это здание, и вот мы пока найти не можем. Там вход, думаешь? Нет. Что, там вход? Я не знаю, там не вход. Вход, Макс. Парк культуры и отдыха. Так закрыто. А что закрыто-то, я не понял. А мама там зашла, нет? Да там закрыто, тоже что ли? Ну в смысле, звони. Короче, в парк дергаем двери, двери закрыты, ничего не понял. Да тише ты не говори, я съемку веду. Вырежешь, как всегда. Не, вырезать не буду. Тут знаешь, как в каком качестве. Так а что мы не прочитали? Тогда, короче, вы будете вот правду там, знать. Наверное, написано, где вход. Это мы как эти пошли, непонятно куда. Да? Не, ну в смысле? Вот вход, он закрыт. Что за бред? Если здесь стоит эта фигня, вход не может быть там. Ты понимаешь? Давай набери, спроси, где вас, как к вам зайти в здание. Набирай. Короче, вот такой бред, пришли в парк. Так звони ты же бронировал. Ну звони ты, что-то. Короче, пришли в парк, и вот здесь вся территория вроде как есть. Один человек бегает там, а один человек ходит тут. Да вот тут она и есть, продавщица. Парк закрыт какой-то, пока бред вообще. Для кого это все вот так вот сделано, что мы не можем попасть? Сейчас мы позвоним вот по этому номеру. Вот поэтому. Сейчас все узнаем. Так а вот это не вход, вот это вот. Вот эта дверь, слышишь, внутри. Нет, типа иди, что-то нет. Да вот, пункт проката написано, смотри. Мы все по кругу прошли, а он еще типа... Вот, наверное, вход где. Да, вот где вход, пошли. Алло. Здрасте. Это нам на самоката? Мы его звонили и бронировали. Так, нам на 2 часа получается. 2 самоката на 2 часа. О, слишком у нас скидка есть. Вот такие самокатики. А мы ходим кругами. 4,614. Еще раз. 0,34,614. Вы на 2 часа берете? Да, ну 2 самоката на час. 0,353. Как? Ну, там вот. На каждый самокат отдельный промокод. 0,33,559. Да. Еще на раз будет до 1 сентября. Да? Так что, если что, можно 2 часа. Если понравится, мы еще. Ну да. А 2 часа во сколько стоит? Столько же, типа, вдвойне только? Ну, если... За 2 часа будет 8,50.
Нет, 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 нет. Что я говорю, 12 рублей. 2 часа. Так. У вас других денег нету? Да, да, он. Самое, что есть, мелкое. А сколько надо денег вообще? 8,50. Господи, что ж я замахнулась. 12 рублей надо. Надо 12 рублей вам дать. Берем мы на час. Поэтому 2 самоката, 12 рублей. Что ты читала условия? Нет, подождите. Вы сказали, что вы берете на 2 часа. Я же спросила, на 2 часа мы вам дали 2 промокода за 2 самоката. Правильно. Но вы на час берете или на 2 на час. Тогда будет 6 рублей. 6 рублей мы должны... Один самокат и 6 рублей. Ну правильно, 12 рублей. 12, ну... Сама запуталась. У вас 12 нет, да? Ну нету 12. Так, 6, 8, это ваше. А сколько стоит 2 часа? 24 рубля, да? Ну да. Ясно. Я просто, может, у вас... Двойнее. Может, у вас стоит 20 рублей, 2 часа, поэтому могу уточнять. Они заряжены, все у вас, да? Как здесь ручка газа? А, как и в этом. Вот она, ручка газа. Чек косметический. Первый, второй. А как включается? Паспорт. Можете? Паспорт. Какие там номера? Второй и первый? Да. Да. Паспорт. Как они включаются? Скажите. А, ну вот кнопка включения. Ясно. Ничего не жми пока, Макс, ничего не жмят. Ничего не жмят, Макс. Сейчас сниму свое время. Что? Прописку именно вам или адрес места проживания пойдет? Прописка. Потому что мы первый раз. И нам инструктаж очень пригодится. Нажать, держать. Оль, смотри, два режима. Единица. Вот второй режим, это будет 25. Будет первый режим, и второй вот 25 будет максимальная скорость. Все, он включен, да? Он включен, да. Ну, так уже пропал. Еще раз нажмите, отталкивайтесь. А, да, отталкивается. Окей, все понятно. Давай, Оль, сюда подъезжайте, покажу как. Да, и потом он включится. Иди сюда. Смотри, как это делается. Короче, это режим включен, как включен. То есть ты вот это как? Так он не поедет. Чуть толкаешь, вот потом нажимаешь, но плавненько нажимаешь. Сейчас беру, я тебе показываю. Вот так плавненько, вот это тормоз заднего колеса. Все. Макс, ну что, остановись. Что ты, как тебя зажимал? Толкайся чуть-чуть, пробуй, не на всю не дави тогда. Ну понятно. Все включено, давай. А чего они заряжены, почему на две, объясните мне? Две палочки здесь, а не четыре. Почему они полностью заряжены? Возьми ты другой самокат, какая разница? Иди сразу бери, это уже будет ехать полсилы. Возьми ты другой самокат. Сейчас, Макс, еще самокатик возьмем другой. Сейчас поедем, Макс, слушай. Все, Оль, давай, поехали. Вставай, Макс. Ну давай, едь теперь. Ты, не, давай вперед, ты что едь? Я за нас. Я за вами. Макс, не, спереди, спереди вставай, Макс, спереди.
Вставай. Где ты будешь держаться за руль? Вот здесь или вот здесь можешь держаться? Как тебе удобнее? Едьте, не бойтесь, едьте, выезжайте туда. Потом здесь у меня газ, Макс, вот здесь. Нет. Все, газуй. Не надо было оттолкнуться, ну ладно. Все нормально, все нормально. Поехали. Все, поехали. Че ты газуй чуть-чуть? Во. Ну как, мы едем с тобой, Макс? Нормально тебе? Видно там что-то? Все нормально? Видно. Вообще быстро поехали. Ты говоришь, гоняет 25. Надо еще его смотреть было. Нет, так я тоже с Максом быстро не могу ехать. Все, поехали туда, к городу тому надувному, да? Мы на всю газ дали. Оу, 20 км в час. Давай, дави педаль, поехали. Я улетаю. Ты улетаешь, Макс, да? Не надо так. Тогда едем медленно. Ну, давай. Давай кружочек сделаем. Держи, держи, держи. Хорошенько держись. И ногами стой капитально. Все, в гору заберемся. Гриша, только плавнее надо сводкать. Да мы едем еле-еле, 15 км в час, ребят. Поворачиваем налево, давай, 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 давай. Ой, ему тяжело, ему тяжело. Пятнашку идем, а, в гору. Подняли. Нормально. Ничего не понял, что ты говоришь? Я вот думаю, но ты машину же умеешь, да? Да. И я думаю, ты самокат же тоже знаешь. Это как машина. Да я все умею, не парься. Вот так. И да, мама даже едет за нами, видишь? Да. Ну да, ты первый режим поставила и все. Пошла, а то сидишь там, а то спишь там. Ну. Нормально мы прём, да? Да. Надувной голодок, но это все равно мы едем на сапоги. А что ты так слабенько едешь? Я без Макса я бы поносился. Просто мы с Максом. Мы едем аккуратненько. Звонок есть! Если что, звони, Макс, вот здесь. Не, лучше держись руками, конечно. Я буду звонить, если что, говори. А там сейчас развороты назад. Или можем по низу пройти, если хочешь. Аккуратно, не спеши, потихоньку. На поворотах не тормози. Че, пойдем туда вдоль? А чего? Ну, поехали назад. Кто кого обгонит?
Надо! Погнали, Макс, мы обгоним. Ю-ху! Все, мы тебя обогнали почти. А мы тебя обогнали. Ой-ой-ой. Увидишь, у него мощнее разгоняется, но одна едет. А мы тут вдвоем с тобой. Как думаешь, обгоним? Да конечно, на 15 км в час ты шо вообще. Конечно. Мы не смогли Макса обогнать. Но мы не теряем надежды, да? Да. Ю-ху! Я уже устал стоять. Устал стоять уже? Ну. О-о-о! Хочешь здесь походи, я один прогонюсь с мамой. Передохнешь чуть-чуть? Нет. А или едем? Едем. Окей, погнали. Видишь, она уходит от нас. Можем ее догнать? Ну, это надо. Нет, мы не можем догнать, она уходит от нас. Ю-ху! Видишь, а сиденье, Макс, если бы мы такой самокатик с тобой купили, который я всегда мечтаю купить, мы бы сейчас сели и сидели, представляешь, как да. На мотоцикле. Хотел бы так кататься? Да. Не надо стоять, напрягаться. Нифига себе, мама куда уехала, да? Да. Мы ее догнать не можем. Нормально прет. Главное, что колесо не отлетело. Чего у нас отлетит колесо? Ты что, на приколе? Это ж новые самокатики. Они еще не ушатаны, посмотри. Мама далеко уехала вообще, пипец. Да. Чего он так быстро ездит, да, чтобы догнать не может? А сейчас... Вот это она гоняет. Так будет. Как нам догнаться? Аж я не знаю, что делать. Она 25 км в час едет, понимаешь? Да. А мы с тобой 20-очку. Сейчас 19 едем. Прикольненько гоняет, прикольненько. Вот такой парк тысячелетия, ребят. Мы катаемся здесь. О, смотри, уже типа нет. Не, уже там налево уехал, далеко записали. Но она быстро, видишь, а мы тяжелые, мы вдвоем с тобой. Но мы, нет, мы бы тоже гнали, но мы не можем, потому что, как тебе сказать? О, давай сюда зайдем. Были. О, вообще очень классно. Да. Вот такой парк тысячелетия. Тут дом стоит. Кружочек сейчас здесь сделаем. У-ху. О, стрекоза. Да. Thank you.
по асфальту, да, гладенько? Да. И как по плитке. Сейчас там сейчас до перекрестка доедем, надо время посмотреть. Что мы в 17.30 пошли кататься. Не, в 18.30 мы пошли. По траве нормально плет, да? Прикольно. Сейчас будем искать ее. В прятки она с нами играет. Сейчас вот здесь пристанем чуть-чуть. Возле лавочки. Передохнем, да? Ага. Ну ты передохнешь, посидишь, я чуть-чуть катанусь по кругу. И видишь, как я гоняюсь со стороны. Вот так, слазь, посиди. Ну видишь, какой самокатик? Да. На внешний. Давайте покажу, как я гоняю. Сам смотри сейчас. Смотри, вот это я сам ношусь, видишь? Ну как, нормально? Со стороны как? Видишь, как я ношусь со стороны? Ого! Все, отправляемся в погоню! Что, Макс, передохнул? Я ж тебе говорю, если ты на сидячем проходил, тебя бы не согнать с него, а со стоящего... Погнали! В погоню! Держись крепко. Мы за тобой! Догоняем! Ю-у-у. В погоню! В погоню! А ты 25 все время шла, да? А мы в двадцаточку идем все время. Потому что 25 еще. Мы тут стоим, Макс заколебал стоять. Я вообще на одной ноге стою, считай. Чтоб было сиденье, то мы бы сели и сидели и гнали, как ребят, как парни. А сидящий там такой кайф. А стоящий, знаешь, там такой себе. Блин, он отрывается от нас. Да. Ты осторожней. Если не... Надо аккуратно, если вдруг лучше медленнее едь. Потому что скорость 25 серьезная. Лучше крепко держаться и с такой не падать скорость. Давай по траве попробуем. Нет. Медленно. Да? Давай, держись. Ну-ка. О-о-о, по траве прет, прет, прет трактор. Ту-ту. Наш трактор. А мы здесь были, здесь только на... А, с лестницы можно. Ну, мы туда вниз ездили.
Жесть. Здесь вообще не газуем. Что? А мы там по асфальтику ехали. Нас? Нет. Ну тоже мотык, конечно. Да мы тоже нехило валим. Я тебе скажу. Давай в гору заберемся, попробуем. Да. Мы в гору! Догоняй нас! Я так и думал, что побежит туда. О, не тянет, не тянет, Макс. Но мы забрались. О, нас догоняет сейчас бой. А мы здесь спрячемся в кругу. Прикольно. А где мы? Так, давай остановимся. Слази. Походи, ноги разомни. О, а, там качель такая классная, да, вот так круглая. Что, все, погнали? Да, догоняем. Нас. Догоняем. Это, думаю, полетели. Что она нас догоняет, да? Поэтому это слышишь, мы поездили минут 20, а уже пол батареи нету. Она сидит там, она сидит, их не заряжает и говорит, на сколько вам часов, на сколько у тебя здесь часов взять? У тебя, чтобы он выжил здесь сейчас, то бы дожил бы, хоть часик этот, на сколько часов? Она мне говорит, играй с другой, давайте мне полностью забирать. Конечно. А когда это кто-то показал, что не поставил, не стоял, в смысле, ты ничего себе. Это она не поставила, причем не кто-то. Ты одной рукой никогда не держись, ты что, это опасно вообще. Это не велосипед, здесь маленькие колесики. Да. На велике я могу вообще без рук ехать, понимаешь? Да. А на самокате нет. На самокате серьезно. Да. На асфальт. По травке. Это вездеход у нас. Ну как, привык к скорости, Макс? Да. Ну как думаешь, скорость быстрая, нет? Я думаю, что да. Thank you.
можно и по асфальту к этой, конечно, к ней. Поехали к ней и прокатимся. Съезд нормальный здесь. А, не очень. А, туда дальше? Сюда поехали. Вокруг кладбища мы не ездим. Так, скорость не превышаем, знаки видим. Ну все, не превышайте. А то гоняете по 120. А мы вписались. Мы проскочили, летим дальше. Да нет, без сидения это самокат, это шлак. Но сиденьями, видишь, запретили. А мы катаемся везде, мы новые места всякие изучаем. Паркуешься как чувак. Паркуешься как чувак. Или как та игра называлась? Помнишь? Нет. Здесь какая-то парковка есть, смотри. Да. О, видишь? Классно, да? Ничего. Непонятно ничего, да? А? Непонятно для чего. Нет, для машины. Мы могли сюда, наверное, приехать. А мы там машину поставили, видишь? Да. Вот такой самокатик у нас, видишь. Гоняем, ехать. О, сейчас поедем посмотрим, что это за стадион спортивный. О, видишь, стадион, а что закрыт на замок? А, здесь надо снимать можно. Я понял, прикольно. О, смотри, где Оля катается. Вон, смотри, видишь она где? Вон. Вон туда скорее, смотри. Ого! Вот это на кружочек намотнуло. Поехали мы. О, мы сейчас сюда зайдем. Она где-то там аж поехала. Нифига себе. А мы сейчас тоже туда поедем, где она ездит. А мы читаю. Изучаем. У нас самокатик уже еле везет. Ему уже тяжело. Да? Да. Но еще он не сдается. Вот оно где.
Самокат уже вздыхает, у него только одна палочка осталась. Вот это самокат, я понимаю. Полчаса, наверное, поездили, а уже вздыхает. Сколько у тебя отделений какое осталось? А у меня одно уже. Он часто не выдержит. А вот Маска. Маша. Да. Стоит, отдыхает. А я пить хочу. Пить? А у нас нету воды, Макс. Здесь не продается вода. Как быть? Вот это дела. Он уже не едет самокатиком. Он еле едет, если честно. Какую, пятую? Я на четвертой сейчас. Да, сервис, конечно, хромает, если честно, да, Макс? Да. Слабенький самокатик. Я думаю, что он в гору нас вообще не затянет. Да. Пожалуйста. Давай посмотрим, сколько время вообще сейчас. Сейчас я остановлюсь. Ну-ка, слази. Сейчас глянем времечко. Ну, мы полчаса поездили всего. Короче, а он уже еле живой. А что это за фирма самокатов такая? Вот это да. Что, поедем, Макс, дальше? Да. Так, садись. Поедем мы, наверное, назад, или он подтянет. Ладно, поехали, должен подтянуть, куда он денется. Мы полчаса поездили, а у него уже батарея села. Вот это самокат. Вот это сервис. Вам, говорит, на сколько часов самокат дать? А он уже на одном делении, он не доживет. За полчаса он ушатал 3 деления. Уже одно деление моргает даже вообще, Макс. Не доедем. Вот это дела. Едем все менять самокат, сейчас посмотрим, что она скажет. Потому что этот уже не едет. Все, у него деление одно моргает. Сейчас мы на себе его будем тащить, понимаешь, если не сдадим. Пойдем сейчас сдавать его, скажем, самокат, все, ребята, уже не едет. Надеюсь, его хватит. Оль, у нас уже не едет. У нас уже все. Мы даже не знаем, доедем ли. Давай, 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 давай.
Полчаса и все, и батарея умерла просто. За час что? Одно деление. А у нас все моргает последнее. Макс, тебе худеть надо. Мы ждем, потому что там два леса, третий. Так, атака, но он уже разрядился в половину. Все, вот же моргает. А ты иди меняй, да. Давай. Так открой двери. Сейчас. Она им обязана помочь? Конечно. Как это? Мы платили за покататься, они постоянно. Здрасте. А здесь уже это самое, он уже моргает от отделения, все. А почему там? Вы там же мы уезжали с полной. Что? Мы уезжали с полной. И что дальше? Нет, я спрашиваю. Наверное, да, вроде полная была. А что, в чем дело? И уже одно, я говорю, поехали назад, потому что сейчас мы встанем оттуда где-то волочить его. А что это такое? Ну вот одно отделение. Но было же полное, правильно? Но. Странно. А это что вы поставили? Там моя камера. Это ж не ваша. Странно, что с ним не так. Берите другой. А где какой? Давайте нам поехали. Я просто думаю, что лучше приедем сейчас. У нас такого не было, я поэтому удивлена. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Слышь, нам другой дадим, сейчас едем. Ну, а это уже не едем. А это вот два еще, да, только деление. Самое интересное, что смотрите, он горит зеленым, что он полный, а он показывает два. Я вообще тогда не поняла, в чем проблема, что это такое с ним. Ну, может, он уже все, значит, сломается. Куда сломался? Опять ну, батарея. А он сейчас заряжается. А это полный? Ну, посмотрим, он же полный. А, этот полный. Четвертый. Макс, сейчас погоним. Иди, дверь подержи, Макс, дверь, скорей. Есть, этого полный. Блин, ноги уже ватные после катания. Да, там стояло два полных. Нет, один, там один полный, вот этот и все. А, нет, тот на зарядке второй. Да, два полных стояло. А, и один на зарядке еще два полных? Да, а вот мы сейчас отдали, который полный, и мы будем тогда ждать. Но мы половинчатый как бы не хотим. Хотим полный. Ну, логично. Все хотят полный. Все, поехали. Сейчас мы догоним всех все-таки, Макс. Все, ты готов? Да. Надеюсь, до 120 сейчас разгонимся. О, нормально едет. А тот вообще не ехал. А, у него скорость слабенькая. Ну-ка, держись, Макс, сейчас. Здесь направо поедем, вот здесь перестроимся, вот здесь вот. Опа! Полетели по асфальтику. Огонь! Иху! Все, едем. Короче, нам самокат заменили. Нам дали с полной батарейкой. Едем в далекие края. Отлично, сейчас я вот так вот возьмусь. Опа! Нам бы сиденье бы здесь какое. Мы бы сели, балдели, катались бы, поехали в Брестскую крепость, потом в магазин за мороженками. И за водой моей. Да, за водой сгоняли бы.
О, по асфальту лучше, да? Да. Сейчас налево поворачиваем. Да. Там мама висит, с нее догоним. Йуху! Так что сервис немножечко хромает у них тут. Здесь куда поедем? А поднимемся в гору, интересно, мы нет? Как думаешь, гору попробуем? Да. Сейчас мы там в гору попробуем забраться. Сейчас здесь налево. Так, и сейчас в гору с разгончиком возьмем. Погнали, разгон. И в гору будем выезжать. Готовься. О, прет в гору. Класс. Запер нас в гору. Класс, а прикинь пешком идти в такую гору, да? Что? А самокатик класс. Да, не надо крутить педали, не надо ходить, не надо бегать, не надо ничего. Кнопочку нажал, полетел. Вагон. Оп. Поезда. Здесь кругляшочек. Это что, вагон поезда? Это не поезд, это вагон от поезда один. В нем церковь была раньше, давно-давно. Представляешь? Вагон церковь. Да. Вот так. Я смотрю, сколько там времени. По времени мы катаемся. А вон мама едет, все ее встретим. Пяточку прем километров в час. Это скорость, как твой дедушка на велике ездит. О, 25,6. Нифига себе. Прет нормально он. Двадцать пять и шесть. 25,6. Разогнались максимум, что мы разогнались. Это 25,6. Нормально, отлично. Нормально прет, моща у него хорошая, в принципе. Это вышка. На нее можно забраться, да. Ага.
Так, а как нам здесь поехать? Сейчас вот так вот потихонечку как-то. А вон заездик есть маленький, смотри, видишь? Вот здесь вот, вот мы заездик маленький. Смотри, 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 смотри. Оп, оп. Ну, дальше на машине, да? Ага. Давай сейчас, знаешь, что посмотрим время. Ну-ка. А я отдохну пока быстрее. Ну. Блин, так классно было бы сидеть на нем, если честно. Да, то ноги болят. Ноги устают. Нет такого кайфа. А если я сяду, ну-ка, подожди, попробую сейчас. Это как сесть? Ноги устают, да, ехать. Но в целом интересно. А как сесть? Сейчас я попробую. О! Класс. Уже класснее, да. Давай становись сюда. Сейчас попробую. А, надо же оттолкнуться, Макс. Не, не получается, Макс, ехать. Давай, встаем. Надо вставать, стоя ехать. Ну, видишь, такие неудобные самокатики. Что я сделал? Ничего. Ничего я не сделаю. Йо-ху-ху-ху. О, уже опять 3 деления. 10 минут поехали, уже одного деления нет. Ну, здесь такая батарея, короче, ясно. Мы с тобой вдвоем весим где-то 95 килограмм, а он рассчитан на 120. Короче, ему уже там напряжно, он тратит всю энергию, походу. Я так это понимаю, если честно. О, давай, знаешь, куда я придумал? Вот туда заедем. По овальной вот этой. Вот по этой попробуем забраться. Ну-ка. Ну, тяжело ему, да? Или мне кажется, или нормально ему? Ну, вроде едет нормально. Сейчас уже едем сдавать скоро. Сейчас давай еще раз проверю время. У нас до 19:30. 19:18. Смотри, как я сам гоняю еще. Посмотри со стороны. Сейчас, смотри. О, нормально гонит, видишь как? Вообще класс. Вот так классно, когда сам. Да, я лечу, смотри, как я летаю. Нормально? Ты что, ты все, готов ехать, Макс? Запрыгивай тогда. Давай, 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 догоняй, давай, 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 запрыгивай. Юху! Так, 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 спецназ. Опа! Залить, запрыгивай, погнали. Валим отсюда, валим. Поедем, поедем сюда прокатимся. А он, Оленьки. А, она все поедет, нет? А давай ее догоним, не? А, мы сможем. Давай вот здесь поедем. О! Тропинка, видишь, какая песчаная. Можем ее перехватить? А, она туда поедет, вот так нечестно. Мы все догоним все равно. А, на круг сделала.
Ну, держись тогда. Ну, тогда держись. Как думаешь, догоним? Думаю, что да. Потому что мы гонщики. Он на 25 км в час идет, видишь, всю дорогу. Да. 25 всю дорогу. Догоним? Или не догонит? Догонит. А сколько у него? Не, сколько деления? Уже одно? Пипец, ушатываются. Так а мы на этом едем сколько? И уже только одно, одного уже нету. Пипец. А я на Xiaomi ездил, короче, там... На Xiaomi, короче, там это самое... Два деления ушло, так я проездил час, по Брестскую крепость все объездил. Да, уже боишься. Давай я тут на скамеечке отдохну. Давай, ты отдохнешь здесь, да? Потом заедешь, когда я скажу. За тобой заеду, добрый. Полетели! Догоню! Я в повороты вхожу на всей скорости, так что я тебя догоню. Сейчас я либо наемся. Сейчас я либо наемся, либо догонюсь. Макс, фига себе, ты так бегаешь быстро. Погнали. Запрыгивай, полетели. Давай. Так я же говорю, одно деление. А если бы я с тем поехал, как ты говоришь? Кань, ты, я же тебе говорил, сразу сказал, иди меня, это что? Я же знаю эти самокаты. Так у меня уже два осталось. Прикинь, у меня уже два осталось. Мы хотим посмотреть, сейчас сколько делений. Ну-ка. Одно еще не моргающее. У нас одно моргающее. Моргающее. Еще есть моргающее. Это уже все. Конечно, кататься, да? Когда начнет моргать, тогда ближе. Конечно. Ну, у меня, смотри, раньше он моргал только на 25, сейчас он на 15. Так, у тебя скорость включена, значит, 15. Это авторежим включен здесь сейчас. Нет, он не перещелкивается сам. Не знаю, у нас такого не было. А ты не заедешь? Конечно, в гору, ты чё? Разворачивайся лучше. У нас у самих уже два деления только осталось, да? Да. А мы там катались уже. Мам, я воды хочу. А где мы купим, Макс? Здесь нету. Куда ты поехала? Держись ближе уже к этому. Сдавать надо идти. Скажи, Макс. Да. И поедем за водой воду искать. Сейчас давай посмотрим время еще.
Опа. Сколько время? 19:25. Еще время есть. Что, уже моргает? Нет, это моя максимальная скорость, он больше не может. Может, включи режим. Так. Подержи на кнопку, появится второй можно режим. Можно время движения? Можно, мы включали. Садись. Ближе подойди туда, Макс. Все, появился второй? Двоечка. Вот, двоечка, сейчас сможет все ехать. Больше 15. Ну и сколько сейчас едет? 18? 18. Ну так уже он не может, просто батарея. Я говорю, что он но сам. Зато больше 15 едет. А мне еще фонарик какой-то. Да. Один раз нажать, по-моему. Я говорю, стоящий самокат, это такой бред вообще. Тамаран. Конечно, это как у меня. А у меня? Ты сзади несешь, чтобы врач не сидит такой. А у меня Куга М4 шел 50 км в час. Давай на круг и на базу, все. Что ты пугаешь? Едем, никого не трогаем, что ты пугаешь? Вот это да, вот это водитель самоката. Вот это водитель. Давай газу. Быстрей. Сюда, сюда, куда ты? На базу пошли сдавать, что уже все, они уже умирают. Это тоже не езда. Держись, поворачиваем. Круг почета. Круг почета, Макс. Шучу. Че, все? 19:28. Смотри, о, я сейчас такой... ноги, ужас. Давай крутану кружочек, смотри, как я гоняю. Смотри, у меня уже моргает. Конечно. Нормально? Так, это, короче, самокаты фирмы Tribe. Вот они. Итог какой? 1,5 батареи за 1 час у него уходит. Расход бешеный. Не рекомендуем к покупке. Пошли сдавать. Кому промокод? Так, а что, спроси, у них есть промокод? Может, промокод дала бы им? Нет, так не спроси. А у вас сколько деревьев? У меня 2. У меня моргает уже последний. Да. А здесь моргающий. Последний моргающий. Ну это на зарядку сейчас будут ставить. Открывай, Макс, двери. Все, мы приехали. Ну что у вас там с зарядкой? Там моргает ли тоже? Там, это у вас девушка ноль, да? Ну, моргает, да. Ну, это было целое тоже. Да, значит, что у меня слой, я не понимаю.
если ты двушку взяла, то ты бы и не доехала, понятно? Что-то с ним случилось. Нет, они удерживали больше. И сколько они держали? Приезжали с двумя отделениями. За час? Так, может, не катались люди, мы просто катались сейчас. Может, они поедут? Может, они сели и сидели на лавочке, да. Вот, ну, вот так мы приезжали, да? Сейчас прям вообще не знаю. Все тогда, спасибо. А, распишитесь, у меня здесь тоже была замена. С двойки на тройку. Я уже четверку не писала. Вот этот. Тройка, которую убрали. У девушки, когда сразу вначале была замена. А, ну вот это. Первый был и третий был. Все. Пошли. Все, погнали. Попробовали, погоняли. Но здесь промокоды остались, да? Да. Ой, блин, вообще теперь идти не хочется. Я говорю, уйдешь? Что? Я иду, я на месте стою после самоката, это вообще. Нет, не то, что, мне не то, что там, то, что скорость типа низкая. И скорость, ну ты идешь, смотри, как она. Ноги ватные стали. Не, а посмотри, ты что идешь и на месте оно. И палец уже, блин, и вот мозоли. Издержки, короче. В общем, вот так мы покатались, вот такой парк, вот так батарея держит у этого самоката. Мы вдвоем ездили с Максом. За час мы ушатали 1,5 батареи. Просто, ну это очень мало. Ну хотя мы катались без перерыва. У нас 1,5. И у меня 1,5. Мы один целый самокат ушатали и половинку. В общем, такая у нас сегодня получилась прогулка на самокате. Все, мы садимся в машину и едем дальше тусить. Пока.